получается. Да, 2012 года. Да, и у него там, и у него нет синих уголочков. Вот 14 года. Когда, блин, пахнет саньем. Ну да. Фу. Он через раз пикает один раз. А там он пикает два раза. Через раз один. Вот. О, все, он приехал, груз пассажирский приехал на первый. У двух лифтов всегда такая система. Я испугался. Да, вот. Вот Оревица тут нету. О, все, ну груз пассажирский к нам по-любому едет. Прикольненько такое. Прикольненько видео. Не знаю. Я тут был, знаете, когда, ребят? Я тут был, наверное, месяца 3 назад. 4. Да я тут 4 месяца назад снимал. Реально? Да, да, да. Да, прикольно было посмотреть. Да, к нам приехали. Да. Вот прикольный лифт. Обозначается, когда проехал один этаж. О, знаешь, на какой это лифт похоже? На какой? На новый Сириус, где полоски эти либо оранжевые, либо синие. Не, это похоже на КМЗ нулевых. Ну, на старый КМЗ 2000. Ну, это да, да. Ну, или похоже... На купе старого КМЗ 2000. Не, еще похоже, когда здесь синие полоски или оранжевые. Да. Вот на этот лифт похоже. Тут еще есть ключик трехгранный. Тут как будто бы привод старый. Ну да, да, не старый привод. Очень привод. Так, я тоже два этих красавца сфоткаю. Все. Тут Элти стоит, кстати. Да, но вы сюда попадете, если только встретите каких-то людей. Потому что... Та-дам! Тут он Мифар. Так, нажми кнопку открытия. Сейчас. Я сфоткаю его. Сейчас. Была такая 14. Да, такая 14. Сашка, всем пока-пока.